Совсем скоро у нас Новый год! Вы уже приготовились наряжать елку? Да. А Рыжик приготовился наряжать елку? Да. Давайте с Рыжика Деда Мороза сделаем. Рыжик, по-моему, он потерялся и не видит дорогу, да? Ну, сними ему эту. Ку-ку, Рыжик! Итак, детки, готовы украшать елочку? Да. Давай посмотрим на нашу красавицу. Вот она такая уже большая. Папа повесил уже верхушечку, нашу звездочку. И гирляндочки. Еле-еле распутали, да? В каждом доме есть вот такие вот коробочки. Да. Волшебные. Да. В них хранится много-много игрушек. Да. Каждый год... Давайте посмотрим, Машуль. Да. Каждый год эти коробочки пополняются. Что-то остается старое, что-то покупается новое. У нас есть верхушка. В этом году у нас вот такая вот красивая звездочка. Сейчас я ее сниму, чтобы все посмотрели. Вот такая рождественская звезда. Дима, что ты пошел вешать? Снеговика? Да. Давай. Эти игрушечки дети сами делали. Вот, разрисовывали гипсовые игрушечки. Теперь будут такие веселенькие висеть на елке. Дети, ну что, украсили нашу елочку игрушками? Да. Вот она, какая наша красавица лесная уже стоит. Но что-то на ней не хватает. Наверное, мы дождик теперь повесим. И бусики. Тима, давай дождик вешай. Аккуратненько, чтобы не позбивать теперь игрушечки. Очень аккуратно вешаем. Ты хочешь бусики повешать? Немножко длинные, но сейчас будем как-то вешать. Так, ну что, Тимофей, получилось? Да. Отлично. Давай бери красный, наверное, вот смотри. Ой, у нас здесь целый пакет, смотрите, мишуры. Давайте мы ее сейчас высыпем. И посмотрим, что-то здесь можно еще выбрать? Посмотрите, сколько мишуры у нас здесь. О-о-о! Побросайте ее. Ой, сколько мишуры. Это гирляндочка. Класс, да? Какая длинная гирлянда. Можно будет ее повешать под потолком, да? Чтобы красиво было. Ты балуешься? А Тима украшает. Молодец. Пока Маша балуется, Тима у нас украшает елку. Умничка. Раз, два, три. Елочка, гори! Засверкала огоньками наша елочка красивая. Супер. Все-все светится. Нарядили мы нашу красавицу елочку, украсили дом. Маша начала уже накрывать на стол, а Тима приготовился разжигать. Молодец, давай. Чтобы создать новогодний уют в доме, мы разожжем камин. Тима уже положил дрова в камин и сейчас будет их разжигать, да? У нас есть такая специальная штучка, называется подпалка, да? Так, и мы разжигаем наш камин. Закрывай. Отличненько. И ждем, пока разгорятся наши дровишки, да, Тимофей? Да. Как в камине огоньки от елки блестят. Классно? Совсем скоро Новый год. Да. Да, еще немножко и наступит Новый год. Елку мы с вами нарядили, камин мы с вами растопили, стол накрыт. Пора открыть бутылочку шампанского. Да, да. Доставай, Тима, наше шампанское. Вот оно какое, необычное. Вот такая замечательная бутылка шампанское, детская. И наполнена она просто конфетами.
Мне кажется, это самое замечательное шампанское для детей, правда? Будем открывать? Да. Будем открывать. Открывается, но тоже необычно. Не вот здесь вот, как должно быть, а снизу. Ну, Тимофей, открываем шампанское в честь Нового года? Да. Давай, крути. Посыпались конфеты. Ого, сколько много их. Ничего себе. Какие там конфеты? А ну разбирайте, смотрите. И Сникерс. Сникерс, Баунти, Твикс. Что еще? Марс. Наполнили мы бокалы конфетами. И сейчас самое время поздравить наших подписчиков с Новым годом! Да. Поздравляем всех с Новым годом! Поздравляем всех с Новым годом! Желаю счастья и здоровья! До встречи в Новом году!